Валерий Константинович олицетворял и продолжает олицетворять челябинский хоккей. Вот. Мне посчастливилось трудиться рядом с ним. Я был тренером «Белых медведей» молодежной команды. Валерий Константинович был главным тренером «Трактора». Очень тесное общение проходило, очень много почерпнул именно от него. Считаю, что примером был для меня и как человек, и как тренер. Ну, навсегда, наверное, он останется в сердцах болельщиков и в моем сердце тоже. Всегда подбадривал, даже если что-то не получалось, не шла игра. Никаких упреков в свой адрес, только, как говорится, положительно подбодрил, поддержал. Эти сезоны мы жили здесь, получается, и хотелось идти сюда на работу. В «Тракторе» почти все связано с Валерием Константиновичем. Это и спортивные результаты, достижения клуба, и арена, и воспитанники, которые прославляют клуб на мировой арене. И это неотъемлемая часть клуба. Конечно, его сейчас не хватает. И в любом качестве. С другой стороны, он всегда рядом с нами. Он эмоционально и на арене, и на поле, и с болельщиками. Ведь все, что он делал, это все делал ради наших болельщиков. И это они прекрасно знают. Мне больше всего запомнился «Трактор» начала 90-х годов, когда такие игроки, как Тертышный, Гамоляк, Вариский, Кудинов, Карпов, Гусманов играли и боролись за самые высокие места в чемпионате России. У Валерия Константиновича хоккей было смотреть приятно. Он всегда с четким контролем шайбы, с хорошими комбинациями. И для болельщика я не знаю ни одного стиля игры лучше, чем тот, который пропагандировал Валерий Константинович.